Most of the settlements in the lowlands have been alerted. They are mobilizing their fighters and sending everyone else north to the keep. All stockpiles of refined catalyst are being transported to the aperture, and all supplies loaded on the Suma as it prepares for launch. The Suma? We've only just proven that the aperture device will work. We've no idea where those keyholes will take us. The Suma could end up in the shadow of the Silent Ones. It may be our only option. Resources are en route to Rook's Bend. We're getting reports of landings in the surrounding farmland. They need a base there. They have no other defenses. Всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаем проходить такую игрушку, как Грейгу. Сегодня мы проходим миссию под названием «Изгиб Рарка», а сложность оставляем прежнюю и отправляемся на поле битвы. Изгиб Рарка, я так понимаю, это какая-то низина, в которой находятся у них все фермы, производственные постройки, не знаю, что типа того. Ну, увидим. А, был открыт второй фронт. Вражеские модули приземляются с орбитального корабля. Зная, что безмолвные всегда начинают свои атаки с густонаселенных районов, Барк начинает эвакуацию гражданских на Сумму, недавно достроенный космический корабль. Сарку поручено выследить и уничтожить вражеские посадочные модули, прежде чем они смогут развернуть плацдарм для атаки. Хорошо, давайте начнем. Adon Saruk, I've rerouted more resources to your location. Some of your heavier ordnance should now be available. Acknowledged, Alin. We need to find those landers fast. These farms are our main food supply. If we lose them, our people will starve before reaching safety. Понятно. Строим, конечно же, в первую очередь комбинаты. Нам нужно много ресурсов. В этом здании нам понадобится на самом деле чертовски много ресурсов. Так. Один комбинат, сюда второй комбинат. Ну слушайте, двух комбинатов нам, наверное, будет мало. Ага. Вот здесь ресурсы есть. Блин, я правда рискую, иду туда. Идя туда. Здесь есть такая фишка в этой игре, то что... очень много заскриптованных моментов. Например, если приходите на определенную точку на карте, то вас начинают атаковать. Ну, это заскриптованный момент. Игра считает то, что вы готовы к битве и... И все, давай, типа. Воюй. Но... Если мы сейчас пойдем, допустим, куда-нибудь вот этим командосом, не знаю, отправлю его, например, в разведку, я обязательно наткнусь на такой скриптовый момент, и меня атакуют. И точнее всего, здание будет провально, потому что обороняться мне сейчас вообще нечем. Ну, один командос, конечно, есть, я уверен, он храбрый малый, но вряд ли его сил хватит, чтобы противостоять армии противника. Так, отлично, у нас два комбината, сейчас там достроится экстрактор, ресурсы пойдут потихоньку. Меня интересуют станции. Станция пока строить не могу, потому что у меня нет завода. Хорошо, экстрактор, понятно. Complete. Завод нужен, экстрактор комплит. Отлично. Добывают они тут некий... Не знаю, что это на самом деле, но катализатор. Они называют вот эту вот субстанцию, которую добывают здесь, катализатором. Они его добывают, очищают, и это здесь является основным ресурсом. Что он из себя представляет, я не знаю. Ну, зная, какие разработчики делали эту игру, я думаю, что это что-то типа Тиберия. Ладно, что вы тут растите? Now that we can build tech attachments, we can upgrade our equipment. This will give us the technical advantage we've been waiting for. Какую-то непонятную культуру они тут выращивают. Чем-то похоже на кукурузу. Так, ладно, маленькую станцию построим вот здесь. Будем добывать также ресурсы отсюда. Блин, здесь даже здание довольно долго на самом деле строится. По 30 секунд почти. Даже маленькая станция. А вот мне интересно, откуда прилетают вот эти вот роботы-строители?
Не просто так, чисто с неба откуда-то падают. И полетел вверх. Ладно, не важно. Так, катализатор. Комбинат, точнее, для добычи катализатора. Эх, тут похоже больше 8 не добыть. Ладно, окей, учтем. Птички летают. А птичек можно убить? Нет, нельзя. Жаль. Так, что нам дальше надо? А дальше нам нужно, на самом деле... Нужна большая армия. Причем очень большая. Поэтому строим станцию. Среднюю станцию. А, к ней пристроим вот эти вот постройки. Постройки-пристройки. Мы будем их так и называть. А, и будем уже делать нашу армию. Кстати, хранилище. Давайте еще хранилище поставим. Тоже пригодится. А то ресурсы у нас начали активно добываться. И хранилище не помешает. Сюда, кстати, тоже можно хранилище воткнуть. Потому что все равно вряд ли я что-то сюда буду достраивать. Такое, типа завода или еще чего-то такого. Так. Мне нужна танковая пристройка, мне нужна авиационная пристройка. Авиационная пристройка мне нужна вот для этих юнитов, которые называются хранителями. Их можно, собственно, сажать на стенки, которые мы тоже тут возведем, и они будут оборонять нашу базу. От незваных гостей. Так, модернизация, это все, конечно же, хорошо. Так, вот она, стенка. Так, отлично. Построили пристройки, теперь нам доступны большие заводы. Сейчас сразу же две штуки построим. Большой завод, его смысл в том, что он производит одновременно 3 юнита. И, естественно, это ускоряет процесс создание юнитов ровно в 3 раза. Так, что у нас с ресурсами? С ресурсами проблем я не ощущаю. Yes. Все отлично. Wall complete. Wall complete, отлично. Сейчас мы отгородимся, наверное, стенками. Потом на эти стенки посадим оборонительных юнитов. И будем чувствовать себя защищенными. Что-то у меня есть такое в памяти об этом здании, хоть я его недавно проходил, но, по-моему, нас будут тут атаковать. На нас будут нападать даже. Поэтому я, собственно, тут так, такую оборону и выстраиваю. Так, большой завод, отлично. На тебе я буду строить хранилище, хранителей, а на тебе мы будем создавать хищников. А здесь можно строить сталкеров и командосов, да? Окей. Так, где к нам могут напасть? Ну там фермы туда, нам надо, по идее, самим еще ходить. Ладно, нигде больше стенок не будем строить. Я надеюсь, нам этих стенок хватит. Модернизация. Что мы можем модернизировать? Много, в принципе, что мы можем модернизировать. Но заниматься сейчас этим мы не будем, потому что по ресурсам мы начали проседать из-за двух больших заводов. Даже из-за трех заводов. Наверное, вот производство на этом заводе придется отменить, чтобы мы так сильно не проседали. Unit ready. Unit in production. Вот они, эти хранители. А смысл этого юнита в том, что он очень эффективен против пехоты, против техники, против авиации, почти против всего. Но он может... он не может атаковать. Да-да-да, вот в таком положении он не может стрелять ни с одного орудия. Для того, чтобы он мог атаковать, его надо посадить на стенку. Ну, это такой оборонительный юнит получается. Окей. Unit ready.
They will not remove us. Guardian, check. Ready to defend. Так, давайте сделаем тут ворота, чтобы, если что, могли выйти. Так, нет, не сюда. По-моему, еще вот здесь, с этой стороны нас будут атаковать. Так, давай еще столько же. Так, нет, нет, нет. Здесь мы делали хищников, здесь же мы их будем продолжать делать. Авиации нам пока никакой не дают. В настоящий момент отключено. Придется воевать наземными силами. Так, а где еще ресурсы на карте есть? В трех местах. Вот здесь, здесь и здесь. А нам надо уничтожить вражеские посадочные модули в количестве трех штук. Ну, смею предположить то, что как раз таки возле этих ресурсов и находятся вражеские посадочные модули. Ну ладно. Unit in production. Yes, commander. Так, продолжаем организовывать оборону нашей базы. Также с задом юнитов. По ресурсам мы проседаем, да, потихоньку, но не критично. Поэтому можем, наверное, заказать какое-нибудь улучшение. Харвестеры получают дополнительную броню. Но в этом смысла нету. Наших харвестеров вряд ли тут кто-нибудь атакует. Маленькие станции получают броню и теперь могут постепенно, самостоятельно ремонтироваться. А также каждую секунду ремонтировать прикрепленные к ним постройки. А вот это, по-моему, поинтереснее. Давайте закажем это улучшение. I'm ready. Canisters full. On my way. Так, наша армия потихоньку растет. Это меня радует. Unit in production. Unit in production. Ready for the go. Сколько у вас? 12? Ну, пока маловато. Let's hunt. Ready for orders. Tell me where to go. Так, и что у нас тут? Разведчик? Окей. Не пролетел. Так, кое-что я много, слушайте, делаю вас. Мне хватит одного хранителя. У меня, в принципе, остался только один столб. Блин, у меня даже был этот хранитель. Один хранитель лишний. Хотя ладно, хранитель лишним не бывает. Давайте построим еще где-нибудь вот здесь вот. Не стенку, просто столб поставим. Так, интересно, а можно просто столб-то поставить? Да, можно. О, даже так? Да ладно, фермы защищать еще придется. А вот атака первая. Так, вперед, ребята. Защищать. Отлично, защитились. Музыка мне очень нравится в этой игре, между прочим. Писал ее все тот же Фрэнк Липаски, который... также написал музыку для многих игр серии CNC, начиная, по-моему, с самой первой части, самого первого CNC. Проверить угол. Что там случилось? А, там войска, видимо, наверху находятся, но мне надо ферму защитить. Так, что это?
Нам подкрепление прислали. Отлично. Так, продолжаем создавать армию. До лимита нам еще, в принципе, далеко. Так, ты иди сюда. Ты иди сюда. Так, о чем таком интересном и важном я хотел рассказать, прежде чем меня перебили. А, ну собственно, Фрэнк Лепаски. А он написал музыку для этой игры, он также написал музыку для Red Alert, знаменитый Hellmarch. Это также его работа. Но больше всего, кстати говоря, из его работ мне нравится саундтрек именно в Tiberium Sun. Он там такой очень-очень атмосферненький. Ну, вот если быть честным, то в Universe at War, ну там тоже на самом деле Фрэнк Лепаски опять-таки писал музыку для этой игры, но там он как-то... Ну, такой, мне не очень понравилось, собственно, треки из этой игры. Ну да ладно. В любом случае, это один из моих любимых игровых композиторов и... Пишет очень атмосферную музыку. Да, эти завалы мы можем, собственно, уничтожить. Блин, у нас на самом деле не маленькая такая уже армёшка ходит. Ой, там стенка. Рота атакованы. Ох ты. А как вы меня увидели? Стоп, стоп, стоп. Эти ребята меня не должны видеть. Я же на возвышенности нахожусь, а не внизу. А, да ладно. Много у него войск на карте. Очень много. Почти на каждом углу мы кого-нибудь встречаем. Это мне совсем-совсем не нравится. А, я так понимаю, у него здесь три базы, и нам нужно уничтожить... И нам нужно уничтожить хотя бы одну базу, чтобы... Чтобы уменьшить количество войск, которые он на нас посылает. Там здесь очень много, кстати, башен у него здесь стоит. Да откуда вы приходите, ребята? Интересно, у него, конечно, здания ломаются, они просто улетают куда-то вверх. Так, отлично, их не первый посадочный модуль уничтожен, надо найти остальные два. В принципе, эта задача не такая сложная, и я даже знаю, где находятся остальные два посадочных модуля. Ой, артиллерия. Так, у меня какой-то интересный баг произошел. Ну, ладно, не важно, почему-то когда я нажимаю Shift, игра сворачивается. Такого быть не должно. Ладно. С севера поступила просьба о помощи. Хорошо, мы обязательно им поможем. Как только к нам подойдет подкрепление.
beginning construction. Я не очень хорошо, правда, поставил эту станцию, но да ладно. Я думаю, мы все равно сможем добывать здесь катализатор. Sit. Блин, сколько у меня ж войск здесь, а? Прям нападают нон-стоп. Окей, ладно, давайте для начала поможем фермерам, потом займемся его базами. Я уверен, их у него еще много. Критически говорит урон. Окей. Артиллерия, откуда артиллерия стреляет? Что-то вообще не понятно, откуда он стреляет. Может быть отсюда откуда-то, из кустов? Да, вот он стоит, говнюк. Спрятался, думал, да? Ага, вот она, вторая база. Турельки строят. А нет, это пристройка. Это пристройка. А эта база даже не защищена. Не защищена, да. У них здесь нету ни одной турельки. Но быть честным, вот у этих ребят база выглядит как-то более, так знаете, более эффектно, чем у Бетты. Хочу снести ему в первую очередь заводы, чтобы он производил своих юнитов. Видели, как у него строение строится? Они откуда-то сверху прям летят по частям. Прикольно, на самом деле. Ладно, кажется, с этой базой мы разобрались. У нас тут стоит артиллерия или что это такое? Да, нам прислали артиллерию. Она какая-то не очень, по-моему, эффективная. Они до сих пор не сломали эту стенку. Так, окей. Beginning construction. Artillery unit ready. Let's punch some holes. Moving. Refinery complete. Fire on my target. Moving to a shelter. Так, 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 так. На базе у нас, в принципе, все хорошо, ресурсы добываются, юниты делаются. Стенку, правда, нам покоцали так не слабо, но... В остальном все нормально. Так, здесь мы построим комбинат, тоже будем добывать ресурсы. Здесь можно даже два комбината построить. Большое месторождение. Так, а куда вы пошли? Ready for the go. Copy that position. Refinery complete. Let's hunt. Form up. Move. Scanning area. Let's write history. Let's form up and move. Covering you. Extractor complete. Unit introduction. Подсказку нам дают. Предел населения. Давайте почитаем.
А предел населения. Лимит населения ограничивает количество юнитов, которые вы можете одновременно владеть. Ваше текущее количество, лимит, отображаются в правом верхнем углу. Стоимость юнита отображается на информационной панели. Хорошо. Я, кстати, ни разу не достигал еще лимита в этой игре. Может быть, сегодня будет первый раз. Даже любопытно. Давайте разведаем эту территорию, тут мы не ходили, в принципе. Наблюдатель. Эх, нечем мне его сбить, к сожалению, пока. Так, давайте посмотрим улучшения. Какие еще улучшения можем делать? А, воздушная атака. Командос получает способность стрелять по вражеской авиации. Слушай, очень кстати. Еще и подкрепление подсылают. Так, дальше. Захват цели. Залп хищника из 4 выстрелов сокращается до одиночных, что позволяет ему при необходимости менять цель при каждом последующем выстреле. Интересно. Ливни. А, не лив... даже не ливни, лавины. Команда взрываются. Давайте улучшим захват цели для хищника, потому что хищников, как видите, у нас много. Очень много. 3-6 штук аж. А командос у меня остались жить где-нибудь? Так, отлично. Тем временем мы достигли лимита населения. Новые юниты не производятся. Можем поставить их в очередь, конечно. Так, нет, не вас. Командосов, если что. Predator reporting. Form up. Move. Death from above. Let's coordinate on this one. Going now. Хорошо, ждем, пока сюда подойдет подкрепление. Сделаем регрупп. У нас будет одна большая армия. И с этой армией уже пойдем куда-нибудь. Куда-нибудь пойдем. Сходим, наверное, вот сюда вот. К этому катализатору. Потому что наверняка там находится третья база. Хотя вполне возможно, что она находится вот здесь. Ну, в любом случае, она должна быть где-то возле ресурсов. Мне так кажется. Вряд ли без ресурсов они смогли бы там создавать юнитов и атаковать нас. Не такая уж и большая, кстати, армёшка. У нас всего 51 хищник и всего лишь 5 командосов. Не такая уж и большая, сказал я, да? Так, командосы, почему вы не можете сбить этого разведчика? А, еще не улучшилось. Целую минуту ждать? Не. Спасибо, я столько ждать не готов. Пускай летает. Пускай живет. Такая прям армия. Ну, ладно. Угу. Здесь ресурсы кто-то добывал. А, наверное, вот эта вот база и добывала ресурсы отсюда. Так, а здесь есть место, где мы можем поставить маленькую базу? Да, есть место, поставим ее вот сюда. На востоке. Хорошо, уже бежим. Бежим, идем, шагаем. Мы здесь поверху пройдем. А, здесь у него еще стенка есть. Но она долго жить не будет. Блин. Вот что неудобно, когда строишь когда строишь комбинаты, вы не можете ставить экстрактора, пока не разведаете вот эту вот область. Это
Крайне неудобно и, по-моему, не слабый такой минус. Так, ладно, фермеры нас ждут. Нам надо помочь фермерам. Ага, здесь еще одна стенка. Угу, не тупите, ребят. Отлично, экстрактор комплит. Не знаю, зачем я ломаю эти стены, но хочется чего-нибудь сломать. Такой армёжки определенно надо что-то ломать. Так, что я там построил? Хранилище. Так, у него база, судя по всему, вот здесь. Да, вот она его база. Да, это последний. Давайте посмотрим, что вокруг нее находится. Потом зайдем. Вот так. Reinforcements. Right. У меня и так лимиты вообще-то. Что мне за подкрепление присылать? Вот она его база. Кстати, довольно маленькая база, хотя есть турель. Долго она жить не будет. У нас очень большая армия. Просто гигантская. Замечательно. I had hoped we would have escaped this part of our past. Are we certain these are the Silent Ones? There's nothing I've seen today that matches what you've taught me about them. Now, their weapons might have changed, but the result is the same. Our people are dying. I've ordered all settlements to evacuate to the Summa. So, yet again, we flee. The Summa will not leave this planet until we secure more catalyst. Победа с Гиберарка. Уложились мы в 30 минут. Воевали мы против некого Геделя. А у нас было 150 юнитов. У противника было 123 юнита. У меня было 19 построек, там 26. Мы убили 140 врагов. Потеряли же все мы 44 юнита. И разрушили 30-ю постройку. Потеряли также 0. Добыли 38 тысяч ресурсов, в то время как наш противник добыл всего лишь 17,5 тысяч. А, выполнили основное здание, уничтожили все эти три базы и также выполнили дополнительное здание. Защитили все три фермы. А, что ж, знаете, я думаю, на этом мы сегодня закончим. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.